Наконец, наш специальный репортаж на весьма специфическую тему об изгнании дьявола. Хотя об этом написаны книги и сняты фильмы, мы привыкли считать все это оголтелой мистикой. Основываясь на том, что клетки мозга способны проводить электрический импульс, продемонстрировал всему миру, что можно создать целую нейроэлектронную систему, состоящую из микропроцессоров, чипов и нейронов. Сделал он ее из керамических микропроцессоров и нейронов улитки. Если можно выращивать мозговые клетки на чипах, почему бы не имплантировать такой чип в человеческий мозг? Эксперименты сначала проводились на животных, которым не надо было больше нажимать на рычажок, чтобы получить еду. Все приказы шли через микрочип в голове, и животное послушно выполняло его приказы. Вся информация о состоянии здоровья будет считываться специальными микрочипами на теле человека, а другие устройства попросту скорректируют отклонение от норм. И животное послушно выполняло его приказы. Послушно выполняло. Вся
вся информация о состоянии здоровья будет считываться специальными микрочипами на теле человека, а другие устройства попросту скорректируют отклонение от норм, We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security. Something has to change, though. They have to find a better way to identify the bad guys, or the rest of us are going to stay home and watch the world go by on televisions. But we need some system for permanently identifying safe people. Most of us are never going to blow anything up, and there's got to be something better than one of these photo IDs. A tattoo somewhere, maybe. Сравнительно недавно, ну буквально 10 лет назад, была очень модной тема неинвазивных датчиков, то есть датчиков внешних, невнедряемых, потому что считалось, ну, как градусник. Да, совершенно по правильно. Сути, да. Ну, да. Что же, это же неплохо. Важное дело. Это неплохо. Да, абсолютно. Нет, это неплохо, но выяснилось, что, во-первых, ну, скажем, достаточно... Темпо! Quasi 4 minuti. Non parlare! Non può essere sopravvissuto. Presto, dobbiamo andare. Muoviti! Siamo collegati al biochip. Signore, abbiamo un'immagine. È un segnale debole. Ah, i soldi delle... Паспорта нового образца или так называемые паспорта Европейского Союза. В новом документе появится микросхема, которая содержит информацию о его обладателе, а также фотографии в цифровом виде. Конечно, этот датчик должен иметь наноразмеры, это понятно, он должен иметь чрезвычайно... Ребенку новорожденному, туническое и приобретаемое, она фиксируется там, на биологическом системе, понимаете? Является ли греховным участие в строительстве всемирного электронного государства?